сейчас запекать картофель в фольге в духовке. Для этого я не буду ее чистить, я ее только помыла и высушила бумажным полотенцем. И сейчас буду вот так вот в мундире ее запекать. Так, и вот теперь каждую заворачиваем в фольгу и отправим запекаться в духовку примерно на час. Я уже боюсь говорить время, потому что у всех духовки разные. И как-то я сказала на одном канале, он говорит потом, он тоже готовил мое блюдо, там рыбу запеченную, говорит, ты знаешь, мало было, вот 35 минут, которые ты сказала, было мало. Так что я готовлю в своей духовке час, а вы уж там, не знаю, разворачивайте, определяйте как-то. Но она должна быть, в общем-то, уже готова. Не так, что до полуготовности, а готова, потому что, когда мы ее будем начинять, там, ну, минут на 10 мы еще поставим ее в духовочку, и все. Так, ну и с каждой картофелиной проделываем то же самое. Так, ну вот я положила на решетку гриль и отправляем на час. 200 градусов температура. Пока картошка там запекается в духовке, я обжарила и мелко нарезала консервированные шампиньоны. Сейчас я их переложу в мисочку и тогда скажу, что дальше делаю. Я грибам добавила тертый сыр с чесноком и майонезом. Любую начинку можно делать. Можно бекон с луком, можно соус песто зеленый, зеленый песто добавить. Вот, тоже будет очень вкусно. Но у меня вот сегодня такая начинка. Кстати, посмотрю, у меня может быть чуть-чуть песто тоже осталось. Я достала картошечку, развернула, попробовала, она очень мягкая, уже все готово. Час 15, если быть честным, я подержала в духовке. Час 15. Сейчас я ее вот так напополам разрежу. Немножко-немножко мякоть вот отсюда уберу. Чуть-чуть. Я мякоть вот эту вот не убрала для того, чтобы ее выбросить. Я просто чуть-чуть сделала углубление. И в это углубление положила кусочек сливочного масла. И теперь буду сюда сверху накладывать начинку. Вот так вот прямо сюда. Так. На картошечку сверху. Сейчас посмотрю. По-моему, песто осталось. Сейчас, секундочку. Немножечко есть. По одной чайной ложечке хватит вот сюда сверху. И вот так вот проделываем с каждой картофелиной. И отправим, можно сыром просто сверху еще тертым присыпать, я, наверное, так и сделаю. И отправляем еще на 10 минут в открытом виде обратно в духовку. Ну вот, в таком виде отправляется в духовочку на 10 минут. Ну вот, все, наша картошка с такой вкусненькой начинкой внутри готова, запеченная. Я всем желаю приятного аппетита, кто сейчас ест вместе со мной. Тут у меня вино. Привезли мне его из Риги. Называется «Черный доктор». Это не реклама. Это не реклама. Но вино обалденно вкусное. Это не крымское вино. Это молдавское. Я знаю, что было такое очень вкусное вино в советское время. Черный доктор, крымское вино знаменитое. Но сейчас, во всяком случае, ни у нас, ни в Риге, в Алкомаркете такого вина нет. Но есть молдавское. Оно очень вкусное. Это сладкое красное вино, крепленое. Все, будем ужинать. Приятного аппетита! Пока-пока. Ой, какое вкусное, сладенькое.